гарантия, ну, обычная гарантия год, но у меня уже поставлено 5 лет. Скажем, тяжело, смазка меняется. Давай, давай.
один. Получили. Только в настоящее время мы видим, как много таких зданий выполняется во всем мире. В частности, это вот такого рода сооружения. И сегодня в одном из наших напряжений, которые возникают в конце. Поэтому сегодня я всех приглашаю к дискуссии, к серьезной такой беседе, к обсуждению всех проблем, которые возникают в нашей отрасли, в металлостроительстве. И хочу, чтобы каждый из здесь присутствующих не просто являлся слушателем, но активно предлагал какие-то новые решения для того, чтобы мы с вами могли двигаться дальше в вопросах продвижения металлоконструкции. На этом спасибо большое. Благодарю за внимание. Если будут какие-то в дальнейшем вопросы, то прошу их задавать и мне, и Сергею Ивановичу Дубинскому. Повелось так.
Мы будем с тобой брать.